Друзья, так хорошо быть среди Божьего народа, правда? People who know the Lord. Люди, которые знают Бога. If you know him, we are brothers and sisters. Если вы его знаете, значит, мы с вами братья и сестры. And one day we'll be singing together in the heavenly choir. И однажды мы все вместе будем петь на одном языке в небесном хоре. I have just come in from Congo. Я буквально несколько дней назад вернулся из поездки в африканскую страну под названием Конго. It's different to see you all here with white faces. Знаете, я вижу ваши белые лица, так непривычно. I was the only European I ever saw in the land. И когда я находился там в поездке, я был единственным европейцем, белым человеком, который был в той местности. But in the church when I preached, they were my brothers and sisters. Но даже там, среди моих темнокожих братьев и сестер, я чувствовал себя в своей духовной семье. But the mission I'm with is strictly for evangelism. Друзья, я сотрудник миссии, который занимается исключительно благовестием, евангелизацией. And in the Congo we were going showing the film on Jesus. Например, в этой республике Конго у нас была такая передвижная кинобудка, и мы показывали фильм «Иисус». And hundreds of people would come and watch. Сотни людей собирались и смотрели эту программу прямо на улице. And also in the public schools. Также нам разрешили посещать школы, государственные школы, мы там проводили собрания. Total freedom to preach the gospel. В той стране полная свобода, там разрешают проповедовать Евангелие без проблем. Sometimes to 1,000 students. На некоторых школьных встречах у нас было 1,000 студентов. And we saw a wonderful response. И мы видели, как они отвечали, как они реагировали. Это были добрые плоды. So pray for the Congo. Пожалуйста, дорогие, молитесь за такую страну, как Конго. It's a harvest field. Это действительно жатва, побелела, готовая к тому, чтобы God is at work in the Congo. Господь совершил свою работу в том месте. And it was a joy to be in your church plant yesterday. Также вчера мы с огромным удовольствием посетили вашу новую миссионерскую церковь в Сабатло. It's good to see this church is reaching out to plant other churches. Как хорошо видеть, что ваша церковь распространяет свое влияние на другие регионы, появляются новые церкви. The primary purpose of the church is the Great Commission of Christ. Я думаю, вы согласитесь, что самая главная цель существования церкви – это исполнение великого поручения. And he said, go into all the world and preach the gospel. Ведь Господь что сказал? Идите по всему миру, что делаете? Проповедуйте Евангелие. I come from New Zealand. Я сам из Новой Зеландии. Before the missionaries came, до того, как я стал миссионером, the people were cannibals. Прошу прощения, до того, как миссионеры приехали в Новую Зеландию, на моей стране жили людоеды, они друг друга кушали. That was the favorite food of the people. Это было и самое их любимое блюдо. So then came the missionaries. Потом стали приезжать миссионеры с Европы в Новую Зеландию. And people came to Christ. Люди стали обращаться ко Христу. Now you can see churches all over New Zealand. И теперь в моей стране, Новой Зеландии, вы увидите церкви, ну, в каждом городе, в каждом поселке есть церковь. They were British missionaries. Это были миссионеры из Англии. And then the British colonized New Zealand. И чуть позднее Великобритания сделала Новую Зеландию своей колонией. My relatives come from Scotland and England. Мои предки вообще приехали туда из Шотландии. So missions are very important. Друзья, миссионерство, служение миссионеров имеет большое значение. And many missionaries died in the Pacific Islands. И в том районе мира, Тихоокеанском районе, очень многих миссионеров убивали, они погибали. But now there are churches on all those islands. Но что интересно, на тех островах, где когда-то убивали миссионеров, сегодня стоят церкви. And this afternoon we're going to do some open-air evangelism here. Сегодня, друзья, у нас есть желание поехать в город и там на улицах провести открытое такое благовестие. Just going on the street. Мы хотим встать на какой-то оживленной улице. Using a sketchboard. И у нас будет такой специальный мольберт. And sharing the gospel. И с помощью картин мы будем рассказывать людям Евангелие вместе с вами. I would like you to turn to Acts chapter 1 verse 8. Друзья, давайте откроем вместе с вами Слово Божие – это Деяния апостолов, первая глава. Хотел бы, чтобы мы прочитали с вами 8 стих. Shall we read? Деяния апостолов, первая глава, 8 стих. You read.
тут слова Иисуса Христа. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. These are the last words of Jesus. Это последние слова, которые Христос сказал на этой земле. And they should be our first concern. И они должны быть нашей первой, самым главным центром нашего внимания. The main purpose of the Holy Spirit. В чем была главная цель работы Святого Духа? Was to give them power to be witnesses. Дух Святой дает нам силу для того, чтобы мы были свидетелями. In Jerusalem. В Иерусалиме. And then to move out to Judea. Потом перейти в Иудею. And Samaria. Самарию. And the uttermost parts of the earth. И даже до края земли. New Zealand. Например, Новая Зеландия. So I thank God for the Great Commission. Я благодарю Господа, что Он оставил нам такое великое поручение. But it has never been rescinded. It's still today a command of the Lord. И знаете, друзья, свое великое поручение Христос не отменял. Оно до сих пор действует, и мы до сих пор должны его исполнять. I'm going to ask you five questions. Сейчас я хочу задать вам, друзья, пять очень важных вопросов. To see if you really believe. Я проверю вас. The Great Commission. Вы настоящие христиане или притворяетесь? And the first. Пять вопросов про великое поручение. And don't worry, I will not go over time. И не переживайте, я ваше время много не займу. But the first question. Итак, вопрос номер один. Is, do you really believe that the majority of people on this earth are lost? Вы действительно верите в то, что большинство людей, живущих на этой земле, являются погибающими людьми? And are heading for an eternal hell. И, по сути, они все направляются в ад. Let's see what Jesus says. Давайте посмотрим, что сказал Христос. Matthew chapter 7. Например, в Матфея, в 7 главе. Verse 13 through 14. 13-14 стих. Okay. We will read. Мы прочитаем Матфея. Matthew 7, 7 глава, 13-14 стих. Тут Господь говорит так. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». These are the words of Jesus. Это слова Иисуса Христа. Here he's saying, Он говорит, that the broad road has the majority of people. Что по широкому пути идут большинство людей. And it leads to destruction. И куда он ведет? Он ведет в погибель. And the narrow road, а вот узкий путь, has a minority. По нему идут очень мало людей. And it's leading to eternal life. Но он ведет вечную жизнь. Only a few. Только немногие. So he's commissioned the church. Итак, он говорит своей церкви. To go into the broad road. And win people to the Lord. Там, где люди идут по широкому пути, идите к ним и помогите им развернуться и пойти по узкому пути. Jesus saw the people like sheep without a shepherd. Если вы помните, Христос, когда смотрел на людей, он смотрел на них, как смотрит пастух на своих овец. I used to be a shepherd. Я, кстати, сам раньше был пастухом. And I knew my sheep by name. И я каждую овцу своего знал по имени. When I was a boy. Когда я был подростком. And I would call them and they would follow me. И действительно, я их звал по имени, и они слышали меня и приходили ко мне. But sheep without a shepherd is it's the most dangerous thing you could see. Но хочу вам сказать, овца без пастуха это самое страшное животное, которое только можете представить. Because they have no defense. У них некого, них никто не может защищать. And Jesus said to the church, I want to send you out as sheep in the midst of wolves. И он говорит Господь нам, что я вас пошлю как овец среди волков. And I have been attacked by human wolves. Я на своем веку пережил атаки от волков, человеков. When I was preaching the gospel. Были такие времена, когда я проповедовал Евангелие, и на меня были нападки. In India. In India. В Индии. And it's wonderful to know the good shepherd stands beside you when you're facing death. И когда все это со мной происходило,
когда меня били палками, я всегда помнил, рядом со мной находится мой пастух, мой пастырь Христос. And as believers, we are immortal in the will of God until He calls us home. Вы знаете, как верующие люди, мы с вами бессмертны до тех пор, пока Господь не призовет нас к себе домой. I used to think some people it was impossible, they could never be saved. Знаете, иногда я смотрел на некоторых людей и думал, не, вот этого человека спасти невозможно, он безнадежный, он никогда не станет верующим человеком. And I went to a store one time to have my radio repaired. Вот однажды у себя дома я пошел в один магазин, мастерскую, чтобы отремонтировали мой радиоприемник. And the man's name was Doug. И там я встретил мужчину, его звали Док. And when he found out I was a missionary, и когда он узнал, что я миссионер, he then said all these bad things which I felt he was committing blasphemy. Он начал специально меня провоцировать, богохульство говорил, обзывал, оскорблял меня. So I went home. Я вернулся домой. And at 10 o'clock at night, и в 10 часов вечера, the phone rings. Вдруг у меня зазвонил телефон. It's Doug. Это тот самый богохульник, Док звонил. He said, I was smoking marijuana. Он говорит, понимаете, я в тот день курил марихуану. And drinking wine. И пил вино. And then I choked. И потом я стал кашлять. And I saw the world just going away. И вдруг я вижу, как все в глазах помутнело, и я куда-то падаю. And I was dying. Я вдруг осознал, что я умираю. Then he said, you appeared in the vision. И потом, когда я стал терять сознание, я увидел вас в своем, в своем воображении. Telling me to believe in Jesus. И вы мне сказали, что я должен поверить в Иисуса Христа. He said, I'm ready. Can I come to your house now? Вот почему я сегодня ночью к вам пришел домой. Пожалуйста, помогите мне стать верующим человеком. And he did. И он стал верующим человеком. But he brought his wife. И потом он пошел и привел жену свою в церковь. And she absolutely refused the gospel. Но она не захотела принимать Евангелие. And stopped him trusting the Lord. И сделала так, что он тоже стал, перестал ходить в церковь. One year later. Но прошло время, прошел год. We're on the beach. Я был с друзьями на берегу, на пляже. Preaching the gospel. Там мы на набережной проповедовали Евангелие. And people were responding. И я заметил, что после проповеди люди выходили вперед на покаяние. And I looked at this man. И вдруг вижу того самого человека. He was wearing sunglasses. Он носил темные солнечные очки. I said, "Is that you, Doug?" И я говорю, слушай, это ты, Док? He said, "Yes." Он сказал, да, это я. He said, "God burned down my business." И он сказал, знаешь, друг, Бог сжег мой бизнес. My wife left me. Моя жена меня оставила и ушла. I had nowhere else to turn. Я не знаю, что делать. Я остался один. But to Jesus. Остался я и только Иисус. He said, I'm one of you now. Я теперь один из тех немногих. His life has totally changed. После всех этих событий жизнь того человека полностью поменялась. I had written him off as impossible to be saved. Этот мой брат во Христе теперь, но когда-то я считал его погибшим навеки. Я никогда не думал, что он станет верующим человеком. Don't ever do that. Друзья, никогда не судите раньше времени. My father came to the Lord 1 week before he died. Мой родной отец стал христианином всего лишь за одну неделю до своей смерти. We are commanded, go into all the world and preach the gospel. Друзья, Христос не случайно сказал, идите. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. To everybody. Всякому человеку. When I was living in India. Некоторое время я жил и служил в Индии. I went to show a film on Jesus. Мы показывали фильм Иисус по разным деревням. And they said, you need a permission to do that. И мне сказали какие-то там люди, что нельзя так просто показывать фильм про Иисуса. Нужно получить разрешение от властей. To use the projector. Даже чтобы использовать видеопроектор, нужно получить разрешение. And so I said, do you know of anyone who's got a permission? А я спросил, а кто-нибудь такое вообще разрешение получает, нет? And they said, Manoha. И мне сказали, Маноха. He works for the railway. Он работает на железнодорожной станции. And I said, can you ask him? И я сказал, а ты можешь этого человека попросить, чтобы он нам помог? So they knocked on his door. Он пришел к нему домой, постучал в его дверь. And he was sleeping.
И тот человек спал в тот день. And his wife opened the door. Поэтому дверь открыла его жена. And they said, the missionary needs Manohar to send, show this film. И он сказал, тут один миссионер показывает фильм Иисус. Сделайте, пожалуйста, ему разрешение. And Manohar woke up. И когда беседовали, тот мужчина проснулся. He said, what's the film? И он спрашивает, что за фильм вы хотите показать? And they said, it's about Jesus. Он сказал, фильм про Иисуса. Manohar had been a Hindu. А Маноха, этот мужчина, он по вероисповеданию был индуист. Seeking for God. Но он искал Бога. And then a Muslim. And then a Muslim. И потом мусульманин. And he never could find God. Он искал Бога в исламе, но не нашел его там. But he said, I was just dreaming. И он сказал, ты знаете, вот пока вы разговаривали с моей женой, я видел сон. And I saw the cross. Я увидел в своем сне крест. He said, I think the answer is in the cross. И я подумал, что ответ на мой вопрос находится у креста. So he came and showed the film. В общем, он пришел и помог нам показать фильм. And after the message, и после того, как мы закончили проповедь, he came to Christ. Он покаялся, он пришел ко Христу. The Bible says, Библия говорит, if you seek me, you will find me, if you search for me with all your heart. Если будете искать меня, то найдете, если будете искать меня всем сердцем. But God uses human vessels. Но Бог что делает? Он использует нас, людей, для того, чтобы исполнить свою волю. Sinners saved by grace to give the gospel to other sinners. Грешники спасаются через благодать, чтобы потом помогать другим грешникам делать то же самое. Someone once said, it's like one beggar telling another beggar where he found bread. Кто-то такую хорошую поговорку сказал. Кто такие христиане? Это, говорит, люди, которые просят милостыню. Однажды кто-то узнал, где находится еда. Он идет и другим рассказывает, где эта еда находится. И так, дружки, они передают эту важную информацию. Do you believe? Ты действительно веришь? The majority of people are lost. Что большинство людей на этой планете погибают? Your neighbors. Твои соседи. People in the city. Люди в этом городе. People in other countries. Люди в других странах. Your friends, даже ваши друзья, and on their way to hell. Как печально, что все эти люди, многих из которых мы знаем, друзья, они прямой дорогой идут в ад. Have you ever prayed? Вы когда-нибудь за них молились по-настоящему? God, make me your witness. Вы когда-нибудь просили Бога, чтобы Он сделал вас своим сосудом? Show me who you want me to share the gospel with. Вы просили Бога о том, чтобы через вас Евангелие попало к этим людям? That I might bring them to you. Чтобы вы могли принести их к Богу. A second question. Вопрос номер два. Do you believe? Вы верите? That salvation is only found in Jesus Christ. Что спасение можно найти только в Иисусе Христе. Let's look at Acts chapter 4 verse 12. Давайте с вами откроем Писание. Это Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Let's read. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. There's no other name whereby we must be saved. Другого имени, друзья, нету, по которому нам можно было бы спастись. I was in a bus going up the Himalayan mountains in India. Однажды в Индии в автобусе мы ехали, чтобы подняться на горы Гималаи. And next to me was a Hindu guru. And we began to talk. И мы начали беседовать. And he said, и он говорит, after I witnessed to him, после того, как я рассказал ему Евангелие, it's like this mountain. Он сказал, ну, знаете, это похоже на эту самую гору, на которую мы забираемся. There are different roads that lead up to the top. Вы знаете, к Богу можно прийти разными путями. Это как макушка горы, к которой можно пройти разными тропинками. And that's like one road is Hinduism. Например, одна дорожка – это религия индуизм. Another road is Buddhism. Другая дорожка – это религия буддизма. Another road is Islam. Другая – ислам. And there's all these philosophies. Все эти философии. All these religions. Все эти религии. And they'll all reach God. Они же все к одному Богу приводят. Какая разница, какая у тебя религия? So I said to him, what do you think of Jesus? Я его тогда спрашиваю, скажите, уважаемый, а что ты, вы думаете об Иисусе Христе? And he said, Mahatma, he's a good man. Он сказал, Махатма, это хороший человек. I said, would he ever lie? А я говорю, хорошо, если он хороший человек, он мог обманывать?
He said, "No, no." Нет, нет, хорошие люди обманывать не могут. He said, "What did he mean when he said, 'I am the way?'" Хорошо, говорю я ему. Тогда ответь мне. Если он обманывать не может, как он мог такое сказать, что я есть путь, the truth and the life. Истина и жизнь. No one comes to the Father except through me. Никто, он сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. He is saying there's only one road up to the top. То есть Христос сказал, что он единственный путь наверх, на вершину. All the other roads are going down. А все остальные это уводит в другое место. And he said, "Yes, your religion is different from mine." Он так задумался, говорит: "Да, ваша религия, она отличается от многих других." And I said to him, "Are you on your final cycle with reincarnation?" И я ему говорю: "Вы, наверное, считаете, что вы находитесь на последнем круге реинкарнации? В вашей религии есть реинкарнация?" And he said, "Oh no, I'm not perfect." А он сказал: "Не, вы что? Я не совершенный человек. I'm not good enough for heaven." Я для рая еще не готов, я плохой еще, недостаточно хороший. I said, "Do you know of anyone who reached perfection in this world?" Я ему говорю: "А ты знаешь хоть одного человека в этом мире, кто достиг совершенства?" And he said, и он говорит: "Only one." Только один. I said, "Who?" Я говорю: "Кто это?" He said, "Jesus Christ." Он сказал: "Иисус Христос." Can you believe from the mouth of a Hindu? Можете поверить, друзья? Язычник, индуист, говорит такие слова. I said, "You need to believe in him." Я ему сказал: "Друг, тебе надо в него поверить." So there's only one way. Друзья, на небеса есть только одна дорога. I used to be an airline pilot. Знаете, я до того, как стал служителем, я работал летчиком, был капитаном самолета. And we would do radar approaches to the airport. И вот однажды мы заходили на посадку в одном из аэропортов. It was dark, it was raining, the была clouds плохая погода, темно, дождь шел, ничего не было видно. And we listened to a controller speaking. И поэтому мы могли только полагаться на диспетчера, то, что он нам говорил в наушниках. He would say, "Begin your descent." И он говорил нам: "Так, начинайте снижение. Turn right. Поверните направо. Turn left. Поверните налево. Keep coming down. Продолжайте двигаться вниз." And you'd feel the turbulence from the mountains. И мы видели, что там горы, и там вот эти вот штормы были. But we were trusting in a voice. Но мы доверяли этому голосу. We couldn't see him. Мы не видели диспетчера, но мы слышали его голос, и мы делали то, что нам говорил. But he brought us down the one way that led to the runway. И диспетчер четко знал вот этот маршрут, и он точно нас провел на посадку. And the cloud would break. И неожиданно облака расступились. There was the runway. И мы видим, вот она, взлетная полоса. We did close the throttles and land. Мы выпустили шасси и приземлились. Every pilot is a very narrow-minded person. Вы знаете, каждый пилот, он немножко такой, как сказать, у него узкое мышление. If they want to live. Если они хотят выжить, у них должно быть узкое мышление. And Jesus gave us a very narrow path. Христос нам дал узкий путь. There's only one way to heaven. На небеса только один путь. And we are very privileged to know that way. И нам, друзья, дана привилегия знать этот путь на небеса. But to whom much is given, но помните, кому много дано, much will be required. С того многого и спросят. Do you believe, друзья, вы верите, that there's only one way to heaven? Что на небеса только одна дорога? Then God has commissioned you to help get the gospel to the whole world. Тогда вы должны также поверить то, что вас Бог посылает другим людям, чтобы рассказать им об этом пути. Do you believe? Вы верите? That the world will be evangelized. Это третий вопрос, что миру будет проповедано Евангелие. Doesn't mean everyone will believe. Это не означает, что все покаются. But everyone will hear. Но мы верим, что каждый услышит, у него будет шанс услышать Евангелие. Ибо много званных, а мало избранных. Matthew 24:14. А, извините, 24 глава, друзья, извините, я неправильно сказал вам. 24 глава и 14 стих. Ибо проповедано будет сие Евангелие, царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
The gospel will go to the whole world. Друзья, знаете, Евангелие достигнет каждого уголка от нашего мира. That's the promise of Jesus. Это обещание Иисуса Христа. But the question is, но вопрос, will you be involved? А ты в этом будешь участвовать? Will you have a part in the Great Commission? Примешь ли ты участие в исполнении этого пророчества? God will get it to the world through His people. Дело в том, что Бог достигает этот мир через кого? Через нас, через свой народ. Today there are many opportunities to reach people for the Lord. Знаете, друзья, сегодня у нас столько инструментов, столько возможностей, чтобы проповедовать Евангелие. You know what it's like to be under communism. Вы хорошо знаете на своем опыте, что значит жить в прикоммунизме. Thank God you have the freedom of religion today. Слава Богу, что сейчас в вашей стране есть свобода. Любой человек может верить в Бога. But we don't know how long that's going to last. Но мы не знаем, сколько продлится такое время. Now is the time to be His witness. Друзья, сейчас самое лучшее время стать свидетелями Иисуса Христа. The disciples were faithful to the call of the Lord. Вот ученики Иисуса Христа были верны тому призванию, которое Господь им определил. They met opposition. У них были противники. But they continued to carry the torch of the gospel. Продолжали нести факел Евангелия. And it was passed on to others down through generations. И потом через поколение они передавали это послание, и другие люди продолжали их дело. And the torch of evangelism is in your hands today. Братья и сестры, сейчас факел Евангелия в ваших руках. Had the disciples not been faithful, we would not be here. Если бы когда-то ученики Христова не были послушными, у нас бы ничего не было, нас бы здесь не было. The Bible says, Библия говорит, the Lord is not willing that any should perish, не желает Бог, чтобы кто погиб, but that all should come to repentance. Но чтобы все пришли к покаянию. He wept over Jerusalem, он плакал над Иерусалимом, who had rejected him. Который отверг его. He wept for them. Он плакал, он молился. Do we weep for people who are lost? Вы умеете плакать за неверующих родственников, соседей, знакомых? Perhaps our children. За их детей. Вы плачете? У вас слезы остались ради них? Perhaps our spouse. Сколько людей вокруг нас, и о них никто не переживает? Our friends. Ваши друзья. We should have a heart of compassion. Друзья, наше сердце должно быть наполнено состраданием тем, кто еще Бога не знает. But the world will be evangelized. Но с другой стороны, друзья, вот написано, и проповедано будет Евангелие по всей вселенной. Will you have a part? Вопрос только один. Ты в этом будешь участвовать или нет? I have another question. Еще один вопрос, друзья. Do you believe that God can use you? Веришь ли ты в то, что Бог может использовать тебя? We have not time to look at the scriptures. У нас нет времени, чтобы обратиться к тексту Писания. But we are told that God doesn't use the proud. Мы читаем в Библии, что Бог не имеет дела с гордыми людьми. He doesn't use those who are self-sufficient. Бог не имеет дела с людьми, которые считают себя самодостаточными, что у них все есть. He uses the humble. Знаете, кого Бог использует? Он использует смиренных людей. Whose hearts are open to Him. Он использует тех людей, у которых сердце открыто для Бога. This is found in, we won't read this, but 1 Corinthians 1:26-30. Это записано, можете посмотреть потом в 1 Коринфянам в 11 главе 26 стихе. He used the adulterous woman in a town in Israel. Помните женщину, взятую при любодеянии? Иисус к ней обратился. Jesus met her at the well. Прошу прощения, женщина самарянка. Он встретил ее у колодца. And he witnessed to her. Он ей рассказал слово. He didn't say, "You wicked woman, I will put you in hell one day." И Христос этой самарянке не говорил: "Ах ты падшая женщина, плохая, я тебя в ад отправлю." He said, "I can give you living water." Он сказал: "Я дам тебе воду живую." And she said, "I want it." И она сказала: "Я хочу такую воду живую." And then he revealed her sin. И потом он показал ей, какой грех она сделала. And then she left. И после того, как эта женщина ушла, and brought the whole city to она что сделала? Она всю деревню, весь город привела к Иисусу Христу. He can use anyone whose heart is open to him. Друзья, если эту женщину Бог мог использовать, Он может использовать и нас. And there's a little slave girl
Или помните, другая девочка, служанка, who was an Israelite. Она была израильтянкой. And she was a slave working in the house of Naaman. Она была служанкой в доме Неймана. And he had leprosy. У этого человека была болезнь проказа. And he was a general in the army. А он был начальником войска. And she said, и она сказала, if he goes to the prophet, если вы пойдете к пророку, he can be healed. Он вас может исцелить. And so he got permission to go. И вот этот военачальник Нейман получил разрешение, чтобы пойти. And Elisha told him to dip 7 times in the river. И пророк Елисей сказал: иди в реку Иордан и 7 раз окунись. And he was healed of his leprosy. И после этого он получил исцеление от своей проказы. And he said, "Now I believe in the living God." И тогда Нейман сказал: вот теперь я верю в живого Бога. There's only one God. Только один Бог есть. Why? Почему? The little slave girl. Как так получилось, что маленькая девочка-служанка стала такой мощной свидетельницей для Божьей славы? And God used her. И Бог использовал эту маленькую девочку. Do you believe God can use you? А как насчет вас? Как вы думаете, вас Бог может использовать? He can. Конечно, может. If you live for the Lord, если вы живете для Бога, and you pray and read your Bible, если вы молитесь, Слово Божие читаете, He will arrange divine appointments for you. Поверьте, для вас Бог организует такие специальные возможности, for you to witness to. Чтобы там у вас был шанс людям рассказать о Евангелии, об Иисусе Христе. So finally, итак, в заключение, do you believe, вы верите, we will all stand before the judgment of God, что каждый из нас предстанет пред судилище Христово, and give an account of our life to Him. Чтобы дать отчет о том, как мы прожили нашу жизнь. You can find this in 1 Corinthians 3:11-15. Это написано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 13 стих. We could read that quickly. Мы можем это прочитать. Первое послание к Коринфянам. 1 Corinthians 3. Третья глава, 11 стих и далее. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос. Строит ли это кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, но, впрочем, сам спасется так, как бы из огня. 3:15. Uh-huh. Yes. So I want you to imagine. Друзья, вот представьте такую картину. That you've got a big house. У вас прекрасный большой дом. And you got all your treasures in that house. И в вашем доме вы спрятали свои драгоценности. What you've worked for all your life. Ради этих дорогих вещей вы работали всю вашу жизнь. And suddenly it's on fire. Но вдруг случается пожар. And you see it all turn to ashes. И вы видите, все, что, ради чего вы столько работали, превращается в пепел. But you escape through the door. Но вы успеваете выскочить на улицу через дверь. And you're saved as if by fire. Вы спаслись, вы как бы сами успели спасти свою жизнь. That's a picture at the judgment. Вот это то, что у кого-то будет происходить во время судилища Христова. God will try all our works with fire. Друзья, все, что вы делаете, Бог проверяет огнем. If we've lived for ourselves, если ты жил для себя, and this world, для этого мира, it's all going to turn to wood, hay, and straw. Это все как дерево и солома. Это все потом сгорит. The fire will turn it to ashes. И огонь превратит то, ради чего вы так мучились, в пепел. If you know the Lord, you are saved. Если ты знаешь Господа, и ты спасенный, but for the one who gave his life for you, you have nothing to give for him. Было бы неправильно, что Бог для тебя отдал все, что было, а ты ему ничего взамен не отдал. But if you've lived for the Lord, но если ты жил для Бога, and you've been his witness, ты был его свидетелем, your works will come forth as precious stones and jewels. Все, что ты делал в этой жизни, оно будет похоже на драгоценные камни. The only thing that is immortal from this life, единственное, что в этой жизни не имеет бессмертно, оно не умрет,
are the souls of people. Это души людей. You invest in them. Если ты свою жизнь вкладываешь в другого человека, если ты отдаешь себя служению другим людям, and you're laying treasures in heaven, то 100% мы можем сказать, что вы собираете сокровища на небесах. So I ask you these five questions this morning. Итак, пять вопросов сегодня я хотел бы вам задать, друзья. Do you believe the majority of people are lost? Вы верите в то, что большинство людей, живущих рядом с вами, идут в ад? Jesus said they are. Иисус сказал, да, так и есть. Do you believe there's one way to heaven? Вы верите в то, что есть на небеса только одна дорога? Jesus said there is. Иисус сказал, что так и есть. There's no other way to be saved. Других путей к спасению нету. Do you believe the world will be evangelized? Вы верите в то, что миру будет проповедано Евангелие? It will. Оно будет проповедано. And you can have a part. Ты можешь в этом участвовать. You can be his witness. Можешь быть его свидетелем. You can invest in missions. Ты можешь свою жизнь отдать на миссию. You can go as a missionary. Ты даже можешь поехать куда-то как миссионер. God can use you. Бог может использовать таких людей, как ты. Do you believe he can use you? Вы верите в это, что вас Господь может использовать? He can. Он, конечно, может. I've spent 53 years as a missionary. Друзья, как миссионер, я провел в этом служении 53 года. And 52 of those years my wife was with me. И 52 года из этого времени моя жена была вместе со мной рядом. And before she died, и до того, как она умерла, last year, в прошлом году, she said, "Keep on." Она мне сказала: "Дорогой, продолжай. Preaching the gospel." Проповедуй Евангелие. I said, "I will to my last breath." И я сказал: "Дорогая, я это буду делать до последнего момента, пока бьется мое сердце." And do you believe we'll all meet again at the judgment seat of Christ? Верите ли вы в то, что все мы когда-то предстанем перед Богом, и нам придется дать отчет? We will. Нам придется это сделать. We have one life. У нас есть только одна жизнь. It will soon be passed. И скоро она пролетит. Only what we do for Christ will last. И будет иметь значение только то, что ты сделал для Бога. So my prayer for you, я хочу молиться за вас, друзья. Is be involved in God's eternal work. Пожалуйста, участвуйте в Божьей работе. Она ведет к вечности. Be obedient to the Great Commission. Будьте послушны к великому поручению, которое оставил нам Христос. Perhaps some of you might become missionaries. И кто знает, может быть, кто-то, сидящий сегодня в этом собрании, станет миссионером. But live out the plan he has for your life. Пожалуйста, живите согласие с тем планом, который Бог имеет о вас. May God bless you all. И пусть Господь вас всех благословит. You can pray. Shall we pray? Давайте помолимся, братья и сестры. Our Father and our God, наш Господь и наш Отец, I thank you for these believers here today. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер, которые находятся сегодня здесь. I thank you, Lord, that they have been involved in the planting of a church. Я так благодарен Тебе, что эта церковь участвует в основании других церквей. I pray you continue to use them in many different ways. Пожалуйста, Господь, пусть эта церковь и дальше по воле Твоей будет служить для Тебя в этом городе. Both personally and through the church. Через церковь, через общину, а также на личном уровне. And I pray when we meet again. И я верю, что когда мы встретимся вновь, before you, Lord Jesus, до того, как Ты нас призовешь, we won't be ashamed. Когда Ты нас призовешь, нам не будет стыдно. We won't have lived this life for our own personal gain. Потому что мы не прожили эту жизнь просто так для себя. But we will have invested our lives in your program of world evangelization. Но мы жизнь свою отдали для того, чтобы исполнить Твой план по благовестию всему миру. That we will have been witnesses for you. Я верю, что мы будем верными и добрыми свидетелями Твоими. Like lights in the darkness. Как светильники в темноте. All for your kingdom and glory. Господи, для Твоей славы, для Твоего царства. So bless each one here today, I pray. Господи, благослови каждого, я молюсь, стоящего здесь, брата и сестру. As they trust in you and follow you. Как они доверяют Тебе и следуют за Тобой. And use them for your kingdom. Пожалуйста, Господи, используй их для Своего царствия. And your glory. И для Своей славы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.